Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят. Привет, ребят. Меня зовут Ваня, а это умный Павлик, и мы сегодня рисуем сердечко с короной. Рисуем? Хватает фломастер. Ангел с короной. Давай сердечко рисуем. Сердечко, ангел с короной. Так вот надо. Раз и два. Отлично. Нарисовали. Теперь сразу нарисуем корону. Так, посерединке так раз. Такой прямоугольничек, да? Теперь, смотри, нарисуем такую полосочку. Еще. А теперь над полосочкой нарисуем примерно 4 точечки. Я тебе нарисую, подожди, вот тут, тут, тут и тут. Смотри, теперь я соединю вот так вот. Так, видишь? Теперь я смотри, что... Подожди, смотри, теперь я рисую так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вниз. Да. Рисуем. А теперь здесь рисуем кружочки. Отлично. Теперь рисуем два глаза. Прямо здесь один глаз рисуем, второй глаз рисуем. Нарисовали два глаза, теперь нарисуем улыбочку. Яу! Бровки. Язычок. Язычок такой. И, наверное, что еще тут? Наверное, вот такие реснички. Крылышки. Да, реснички и крылышки. Ну, крылышки очень просто записать. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, вот так они получились. Ну, как получились. Вот такая у нас получилась влюбленная штучка с короной и сердечко. Раскрашиваем масляной пастелью. Быстро-быстро раскрашиваем. Хватаем красный карандаш. У нас карандаши, то карандашами раскрашивайте. Красим красным. Крась красным. Бери красный. О, у тебя отлично красный есть. И ты им покрасишь. А просто супер. Лучше бы вот этим покрасил. Я? Да. Ну, я твоего тоже добавлю. У меня будет два цвета. Светло-красный, темно-красный. Да? Ну, и рисуем, раскрашиваем. Павлик у нас... Почему ты называешься умным Павликом? Потому что такой канал у меня. У Павлика есть свой канал. Он называется «Умный Павлик». И там мы выкладываем всякие, не знаю, как мы ходим в садик, как мы играем в игры, да? Разные. В общем, весело. Все, что делает Павлик, мы туда выкладываем. Получается интересно. Так что приходите на канал «Умный Павлик». Смотрите, что Павлик там делает. Ну-ну-ну-ну-ну. Аккуратнее. И быстро. Да, хорошо, что ты быстро. Мы всегда стараемся раскрашивать. Даже правша у меня левая быстро может оставить. Левая? Потому что она не так тренироваться нужно. Тренироваться левой? Да, просто левой ничего не умеет почти делать. Ну почему? Вот, ну вот. Иногда ты что-то делаешь левой. Например, в носу ковыряешься. Так я же и вообще не ковыряюсь. Не ковыряешься? А кто козюли кушает? Папа. Папа козюли не кушает, а вот Павлик иногда бывает. Нет, бывает, что папа козюли кушает. Раскрашиваем голубым крылышки и черненьким глазки. Почти все закончено. Такой у нас получился сегодня рисунок. Мне он нравится, мне всегда нравятся простые рисунки для ребят, чтобы было легко повторить. И черненькие глазки. Немножко закрасить, но не полностью, да, вот эти вот точечки белые посередине не закрашу. Я не умею. Вот так. Раз. И два. Примерно так. Даже вот девчачьи игра. Любовь с первого взгляда. Показываем и говорим, как мы любим наших зрителей. Зрители, мы вас любим, мы показываем вам сердечки. До свидания. Да, пока.